К 75-летию Победы в Ярославле появится панно с фотографиями ярославских фронтовиков. Сегодня установку мемориала в сквере на улице Чайковского обсудили на общегородском совещании. На гранитном монументе «Память наших сердец» планируется увековечить образы участников Великой Отечественной войны. На нескольких панно разместят от 3 до 7 тысяч снимков ярославцев-фронтовиков. Сбор фотографий уже начался, их можно принести в мэрию города или разместить на специальном сайте. Мы запускаем сайт скверпобеды.рф. На этот сайт там будет размещена вся информация по памятнику и реконструкции. И все, кто желают увековечить своих родственников, воевавших и ковавших победу в тылу, могут посылать фотографии на этот сайт. Памятник где-то будет порядка 7 тысяч фотографий размещено, 3,5 тысячи уже где-то собрали.